сейчас он начал. Через второй год он проводит совещание по экономике. Сам. Конечно, надо приводить. Потому что вот сейчас он, конечно, вот это санкции, а еще для него как вода. Значит, стал очень кувалдой по башкам. И вот эти министры говорили, что я желал за него офицер задачу. Вот эти влияния. Как вы Как бы городов, что-то как-то. И как-то взять, как
географию. И не тому же сумма. А так даже тоже они учились. И как, и потом, если у нас он там или там что-то. У них этого ничего нет. Даже карту вот они не видели. Поэтому как-то вот. Время только до свидания. Вдруг Лёшка. Человек начинает себя чувствовать попом земли. Да, что он уже все знает, что он уже, значит, как бы все умеет, и советов ему слушать уже не надо. Да. А так я... вот раньше возраст попизма считался 22-27 лет. Когда человек получал высшее образование, когда значит, он начинал работать, вот тут он как бы ощущал попом земли. Сегодня возраст спустился на 10 лет вниз. Да. Вот он уже попизм, да. Он уже у них попизм. И причем это мои жители в Питере. Питер гораздо скромнее Москвы. Вот там человек любой понимает, его не будут оценивать по одежке. Какая у тебя фирма там, на штанах, на юбке, на сапогах. В Москве это сплошь и рядом. Тебя родители задевают.
запрет. Так аккуратно сделано, что об этих артистах на первых полосах газет и журналов писать было запрещено. Вот их фотографии покупайте в киоске. Люди, вот, им строили деревни, им строили дачи. Им давали премии, им давали звания народных, но из них не делали героев. Их не пропагандировали с первых страниц журналов и газет. А сегодня 90% журналов – это про них. И в основном скандалы. И про моду. Да. Мода. Тряпки, шмотки, машины. Да. Вот они это просто естественно берут в себя. Потому что сегодня, а на первых полосах тогда писали про кого-то, про столяров, про инженеров, учителях, партии. Космонавтов. Да. Те, кто прогресс создавали. А сегодня, значит, только о них. И они себя почувствовали. Чуть ли просто вот оплатят. За какой-то там писали, за другой сто с чем-то, но это тоже плохо. Ну, то, что вообще-то миллионы и миллионы, ну, вот, и скрывают же там, пишут, там вот этот город, там вот эти сотни миллионов, что-то миллионы долларов получается, по 2 миллиона. Да. А сейчас они поехали в Израиль, и там с этим делом строго. Уже там заработок получается раз в 5 меньше, оказывается. Да, все равно небольшая. Тут они уже начали бегаться. Что делать? Здрасте, не спались. Поспала? Сейчас они там немножко устранеют. Оттянут животы. Кстати, уже многие возвращаются. Так, приехал назад. Что ему там платить? Тюша наша. Там сна не в одном глазу. Хаматова сейчас там стала тоже чувствовать, что она тоже начала жаловаться. Хотя у нее там очень хорошие деньги. Но к ней через 2 недели пришли, значит, и сказали, а вы что молчите-то? Ну да давайте дело, что это, где ваше что? Давайте вас запишем, что вы, значит, вот, ненавидите Россию. Я все переживаю, что...
Он вот всех собрал, всех соберет. А вот. И
Андрей провел несколько совещаний на эту тему. Подготовлены нужно на это. Мы строить будем больше, чем в прошлом году. Так что, значит, вперед никаком не строить. Жилье проблемы, почему дорого? Значит, мы дешевеем. Субсидируем. Они сначала ввели 20%. Где-то вот началось, когда операция. Ну, где человек может пойти? 20% будет. Это сумма. Да, небольшой. Стройки встали. Уменьшили там то ли 4, то ли 5. Вот в таких пределах, что возможно. Начали вот эти, но пока старые, новые начинают попасть. Вот сейчас будут начинать. Сейчас вот уже. Я думаю, что это уже постановлено. Не много ли было? Потому что людям жилье это все равно надо. Куда едешь? Ну, старичку составить 20%. И вот цены вторичку очень легко купить, элитное жилье. Поэтому я не жил по этим. Приезжают, и они просто продают свое.